Друзья мои, сотрудники и соратники, высокая комиссия. Хоть меня грубо прервали, я вынужден вновь взять слово. Аполлон Митрофанович, что с вами? Потому что, как вы сами убедились, Кира Анатольевна явно не способна. А я сейчас сделаю то, что не смогла сделать товарищ Шамаханская. Вы забываетесь. Поэтому я считаю, что должен, вопреки своей скромности, так сказать, оказаться на коне в этом здании. Вы с ума сошли. Раз.